Привет, привет, ребята! Сегодня у нас новый мультик про машинки с Молнией Маквином, Крус Рамирес и Джексоном Штормом. Гонки в песке! Итак, у машинок новый трек! Новый гоночный трек, который построили строители вокруг вот этой большой ямы! Смогут ли машинки покататься здесь и не упасть? Привет! Ребята, сейчас я вам покажу, как нужно гонять по песку! Да? Ты думаешь, ты сможешь здесь ездить? Здесь же очень опасно. Можно просто упасть в эту яму? Я не знаю. Ого, какая она глубокая. Если туда упадешь, оттуда уже не выбраться. Не знаю, Маквин, стоит ли рисковать своей машинкой. Давай, покажи, Маквин, как тебя учил Док Хадсон. Ты же умеешь гонять по песку и по карьеру. Сейчас, смотрите! Нужно быть осторожным! Ой-ой-ой-ой-ой! Ого! Да, трек на самом деле очень опасный! Ну давайте, сейчас я вам покажу, как надо ездить. А теперь я, смотрите. Вот это дрифт! Вот так вот надо! Ой! Ого! Осторожно, Джексон Шторм! Там очень опасная ямка! И можно упасть в эту яму! Давай, сдавай назад и потихонечку выезжай! Да, получилось! Здесь опасный поворотик, можно угодить в эту ловушку! Ага, буду осторожен! Ну что, Маквин, погнали! Вместе проедемся по треку и посмотрим, кто будет удачливей. Я не против, поехали! Ой, я застрял в этой ямке! Осторожно, Джексон Шторм, сейчас я тебя вытащу! Давай, цепляюсь! И я тебе помогу вытащиться и не упасть в эту огромную яму. Давай, Маквин, тяни меня. Ох, погнали дальше. Спасибо тебе, Маквин. Ой, кажется, я теперь застрял в этой ямке. Джексон Шторм, помоги ко мне вылезти, а то я буксую. Давай. Эй, ты что делаешь? Ты же меня толкаешь! Зачем ты это... Ха-ха-ха! Давай, Маквин, пока! Эй, Молния Маквин, держись! Я тебя вытащу! Эй, Крус Рамирес, ты зачем прыгнула в эту яму? Тебе надо было просто позвать помощь. Ой, я не знаю, мне просто стало тебя жалко. Ха-ха-ха, вот это глупые машинки! Вот вы и попались в ловушку! Теперь посидите здесь. Я думаю, отсюда вам никогда уже не выбраться. Ха-ха. Пока-пока, Молния Маквин и Крус Рамирес. Меньше машинок и меньше соперников на гоночном треке. Теперь кубок будет мой. Кубок поршня теперь навсегда мой. Эй, помогите! Помогите! Мэтр, кто-нибудь нас слышит? Ребята, ну вы что тут делаете? Опять в ловушке. И опять, наверное, вам подстроил это все Джексон Шторм. Эх вы, сейчас я вас вытащу, не переживайте. Так, как же вас отсюда вытащить? Моего троса не хватит? Ну вот есть длинная палка. Сейчас я вам спущу ее. И самое главное, зацепитесь хорошо, чтобы опять не упасть в обрыв. Давай, Крус Рамирес, цепляйся!
Нет, Маквин, давай ты первый. Давайте, цепляйтесь. Давай, давай, Мэтр, тяни меня. Еще немного? О, спасибо тебе, Мэтр. А теперь Крус Рамирес, давай. Как же мы, глупцы, попались в ловушку к Джексону Шторму. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ой-ой-ой. Крус Рамирес, еще газуй! Ну что, ребята, опять вы попались в ловушку. Эх вы! И наверняка это сделал Джексон Шторм. Это все он, это все его проделки. Я знаю, как нам надо поступить. У меня есть одна идея. Ну, Мэтр, спасибо тебе большое, ты нас очень выручил. Ха-ха, конечно, ребята, вы всегда можете положиться на меня. Так, ой... А где Молния Маквин и Крус Рамирес? Они же были здесь, в этой огромной яме. Они не могли отсюда выбраться. Оно очень большое. Ха-ха-ха. Ну вот и мой шанс отомстить Джексону Шторму. Ай! Ну что, Джексон Шторм получил? Теперь ты посиди в этой яме. Ребята, смотрите следующие серии и подписывайтесь. И не забудьте поставить лайк. Как мы проучили Джексона Шторма? Как вы думаете, стоит ли нам его вытаскивать оттуда или нет? Смотрите следующие серии про машинки «Молния Маквин» и «Джексон Шторм».